суббота в Самарской области пасмурно, пройдет небольшой снег, днем минус 2, минус 4 градуса, ночью 4-6 ниже 0, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем минус 2, в темное время суток минус 4 градуса, юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, снежок, в дневное время минус 4, ночью минус 5 градусов, юго-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, днем минус 5, ночью 6, ниже 0, юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 90%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.